Это из новой жизни Татьяна Петухова. А, подождите минуточку. Давайте я к вам подъеду в пожарную часть. На поиски сенсации на своих двоих. В Еманжелинске журналистка Петухова скандальные материалы ищет чуть ли не под лупой. За 2 года работы ни одной громкой статьи. Всякое случается, и убийства происходят. Там рискует уже прокуратура, непосредственно милиция, сотрудники. И такого суперматериала-то нет, моего собственно. В один день один мальчик пошел в армию, и в этот же день пришел его старший брат из армии. И они не сумели встретиться, потому что один ушел утром, а другой приехал вечером. Ну, довольно интересно. На страницах черно-белой газеты ни капли желтых пятен. Скандалы, интриги, расследования. Журналисты «Новой жизни», может, и раскрасили бы издание. Но акулы пера опасаются, читатели заклюют. Вот учитывая специфику вот именно маленького города, когда каждый человек на виду, и когда практически все друг друга знают, то мы это очень осторожно к этому подходим. А у нас это все-таки другое. Мы к этой бережнее относимся к человеку, да. Советы домохозяйкам, страница Айболита, обязательный астропрогноз. Новая жизнь пусть и шагает медленнее времени, зато ни один вопрос читателей не остается без ответа. Продать корову, обменять гуся на курицу, поздравить соседа с юбилеем. И только первая полоса всегда верстается с колес. И обязательно, значит, у нас эта тема идет, и задаем такие вопросы. Обычный человек, да, он работает дорожным работником в этом сервисе. Вот он рассказывает то, что вы взволновало. Делаем на следующий вторник, даже официальный вклад сделаем на вторник. Да, на первой полосе у нас обычно самые горячие новости, которые ставятся в номер сразу. Свое золотое перо Татьяна Петухова всегда держит на чеку. Ведь здесь жизнь хоть и по-своему, но все же бурлит и днем, и ночью. А значит, у еманжелинских акул всегда есть на что охотиться.